Друзья, у нас сегодня на рассмотрении, мы сделаем обзор, попытаемся сделать обзор книги «Псалтырь». Друзья, откровенно говоря, это довольно сложно сделать, потому что эта книга не совсем книга, это больше сборник стихов и сборник песен. Сегодня на кафедру, кроме обычного своего инвентаря, который я обычно использую, я еще взял и книгу «Песни Возрождения», который представляет собой сборник гимнов, которые мы с вами поем. И чтобы нам было более понятно, можно себе представить, друзья, что книга «Псалтирь» это точно такой же сборник гимнов, которые использовали на богослужении и в обычной своей жизни древние иудеи и потом уже и христиане, которые хотели прославить Господа. И даже есть такое указание в Новом Завете, чтобы мы пели псалмы. Когда мы должны петь псалмы? Кто помнит, друзья? Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Есть такое, друзья, повеление, конкретно сказано в Новом Завете. Итак, друзья, чтобы нам более представить себе эту картину ясно, давайте представим себе вот такой сборник. Вот, ну, не совсем такой, а вот такой, потому что открывалось с другой стороны. У евреев все с другой стороны делается, да? Вот. И это сборник песен. Причем, друзья, если брать песни Возрождения, то мы, когда будем смотреть каждую песню в отдельности, мы увидим, что эти песни имеют, хотя и разное содержание, но очень часто объединены одним и тем же смыслом. Но у нас, например, есть такие разделы, как «Божья любовь и величие», «Хвала и благодарение», «Призыв к труду», «Призыв к покаянию», «Страдание и смерть Христа». В нашем сборнике все эти гимны, имеющие разное содержание, они как бы объединяются в разной тематике. То же самое в книге «Псалтырь». Очень много гимнов, 150, но они все имеют определенное содержание. Их можно определить в некие книги. Мы об этом еще поговорим. Также, друзья, мы можем увидеть, что у каждого гимна, который в нашем сборнике, свой автор. Кто-то больше написал гимнов, кто-то меньше. Также и книги «Псалтирь» в том самом сборнике ветхозаветных гимнов тоже разные авторы. Кто-то больше написал гимнов, кто-то поменьше. Еще интересно, друзья, что если мы с вами будем внимательно рассматривать наш песнь Возрождения, то мы увидим, что некоторые гимны очень древние, написаны больше 100 или больше 200 лет назад. Друзья, то же самое и книги «Псалтирь» были гимны, которые туда попали очень-очень давно. Например, был один из гимнов, который написал Моисей. Друзья, и этот гимн из столетия в столетие передавался, его пели и на общих каких-то служениях, и по домам его пели, друзья, и потом его в конечном итоге включили в сборник, в котором, там, помимо псалмов Давида или Асафа, была еще и песнь Моисея. То есть, друзья, в общем-то, нам легче представить себе книгу «Псалтирь», если мы представим себе, что это просто очень хороший, богодухновенный сборник гимнов и стихов. Эта книга так как она стихотворная, так как она песенная, то она очень образная. Ни в одной книге Ветхого Завета и Нового Завета нет такого количества поэтических образов. И эти образы иногда довольно бывает трудно понять, но именно они отражают очень важные мысли. Мысли взаимоотношений Бога с человеком, отношения человека, вернее, и другого человека, отношения Бога ко греху и так далее, и так далее. Все это заложено в этих образах. Следующий слайд нам немножко расскажет о том, почему эта книга называется «Псалтирь». В еврейской Библии эта книга называется «Телегим» или «Сефер Телегим», «Тегелим» точнее, что означает «хваление» или «книга хвалений». Друзья, помните, когда апостолы Павел и Сила попали в темницу, то написано, они в сердцах воспевали Господу. Помните, написано, да? И вот для нас пение не всегда отражает хваление Бога. И тематика пения тоже бывает не всегда хвалебная. Мы можем петь разные песни, особенно если мирские люди, там они могут петь вообще любые песни. Но вот именно у евреев любая песня, даже песня жалобы или песня мольба, мы будем об этом немножко говорить, она все равно имела основную цель Бога прославить. Когда апостолы Павел и Сила попали в темницу, и их посадили еще и во внутреннюю темницу, то если читать оригинальный текст, написано, что они воспевали Господу, там отражение как раз этой мысли и есть. Они прославляли Бога, то есть они хвалили Бога. То есть пение, оно всегда имело такую задачу прославить Бога.
Кстати, это один из фильтров, когда спрашивают, а вот песня хорошая или плохая песня? Вот иногда спрашивают, христианская или не христианская песня? Можно петь на собрании или нельзя петь на собрании? Вот давайте зададим вопрос, эта песня прославляет Бога или не прославляет Бога? Если она прославляет Бога, то, наверное, она достойна, чтобы ее исполнили в христианском собрании. А если она не прославляет Бога, а прославляет, допустим, маму, вот есть такие гимны, прославляющие маму, песни, хорошая песня, ну спойте на день рождения у мамы ее. Или спойте там в семейном кругу. Но на богослужении, наверное, песню о маме лучше не петь. Ну вот, друзья, примерно вот такой фильтр есть, касающийся песен. В греческой Библии эта книга имеет другое название. И она называется по названию струнного инструмента, на котором большинство гимнов исполнялось. Это струнный инструмент наподобие нашей гитары. Вот. Хотя, вы знаете, я искал очень много вот информации по вот этому инструменту, по псалтири. И почти все по-разному. Вот выдержка из этого, из справочника, откуда вот я здесь скопировал, да, тут написано наподобие нашей гитары. В других источниках псалтирь представляет собой такой большой ящик со струнами, как у гуслей. Где-то это называется, псалтирь называется арфа. Но в любом случае это струнный инструмент. Вот на следующем слайде вот есть описание некого псалтирия, или еще псалтирь его называли. Это от греческого слова «перебирать струны». Вот это вот изображение вот этой женщины, это изображение, которое было найдено вот в одном из греческих городов при раскопках, и датируется это изображение 320 годом до Рождества Христова. То есть вот в 320 году до Рождества Христова вот этот инструмент назывался псалтирью. И на нем играли, было 10 струн, они натягивались поверх трапециевидного прямоугольника или треугольного корпуса и использовали или вертикально, или горизонтально. Тоже такие варианты были. Ну, видимо, друзья, под псалтирем могли называть целый комплекс каких-то струнных инструментов, как бывает вот смычковые инструменты, бывают и, как его называют, скрипка, и контрабас, и все остальное, друзья. Это все как бы один и тот же класс инструментов, но они по-разному используются. Видимо, с псалтирью то же самое. Но в любом случае, греческие переводчики, они решили назвать книгу не по еврейскому смысловому значению восхваления, а по методу его исполнения по псалтири. Ну и до нас это и дошло, с греческого уже перешло в русский язык, и мы называем его псалтирью. Количество псалмов. Кто помнит количество псалмов в этой книге? 150 псалмов, да. Кстати, интересно, что вот вы можете встретить в разных переводах небольшую путаницу. Вот, например, вообще в католических псалтире 151 псалом. То есть на один псалом больше, они включают туда неканонический псалом, который другими церквами как бы не признается. Но даже в тех Библиях, где 150 псалмов, все равно есть некая путаница, потому что вот, например, если вы купите Библию там, английскую, там, немецкую Библию, то там нумерация сдвинута на один псалом. То есть у нас 118-й псалом, у них 119-й псалом. Это происходит, у молдаван тоже, да? Это происходит от того, что 9-й псалом там каким-то образом там, разделяется на две части, и так как не у нас это сделано. Ну, а почему это идет из разных переводов? Потому что католическая церковь, она использует больше вульгату перевод, а восточной церкви Септуагинту. Но это не так важно для нас. Но в любом случае, друзья, книга Псалтырь уникальна тем, что это самая большая книга в Библии. Самая большая книга в Библии. То есть книга Псалтырь, больше этой книги нет. И внутри этой книги содержатся два интересных псалма. Самый большой псалом какой? 118, хорошо. И самый маленький псалом. 116. В 116 псалме 2 стиха. А в 118 псалме сколько? 177. А кто еще как думает? 176. Матвей, молодец. Откуда ты знаешь, что это? Смотрел. Молодец, умничка. 176. Друзья, чтобы запомнить, сколько стихов в псалме, 118, мы к нему еще подойдем чуть позже, запомнить такую формулку. 8 умножить на 22. Вот 8 умножить на 22, это столько стихов в 118 псалме. А почему? Это вопрос, это загадка, на которую я отвечу, когда мы с вами подойдем к 118 псалму. Авторы. Друзья, следующий слайд нам показывает авторов. Друзья, авторы самые разные. Мы уже посмотрели, друзья,
Это и Давид, который написал минимум 73 псалма. Почему минимум? Потому что это псалмы, которые подписаны псалом Давида. Друзья, есть еще 5 псалмов, которые не подписаны, что они псалом Давида, но это точно псалом Давид. И есть еще целый ряд псалмов, которые не подписаны Давидом. Это не точно Давид, но многие богословы думают, что это все-таки Давид. Вот примерно так. То есть количество написанных Давидом псалмов мы не знаем. Минимум 73. А максимум, по-моему, 84 или 85 псалмов. Асаф. Друзья, Асаф, кто-то помнит, может быть, это Асаф. Это был старший регент при Давиде. То есть Давид его поставил самым главным таким ответственным за МХО. У себя там. Сыны Кореевы. Тут, друзья, вот здесь очень много ошибок. Знаете почему? Потому что компьютер он сам исправляет. Он не знает Кореев, он переправляет. А я не успел посмотреть. И Моисей, и Соломон, и еще разные, друзья, люди. Вообще, интересно, что в Талмуде, Талмуд это толкование на еврейский Ветхий Завет, в числе авторов, кроме Давида, упомянут еще и Адам. То есть они считают, вот евреи считают, что один из псалмов написан Адамом, один из псалмов написан Мелхиседеком, один из псалмов написан Авраамом. Вот. И еще есть некоторые псалмы, которым мы не знаем, кто написал. В общем, если христианские богословы считают, что авторов псалмов 7, то еврейские богословы считают, что авторов псалмов 10, включая туда вот таких интересных личностей, как Адам. Конечно, мне бы очень интересно было прочитать псалом, который написан Адамом, да, вот, о чем бы он мог написать. Вот. В псалмах затрагиваются самые разные периоды. До Давидовское время, то есть до Давида, это 89-й псалом. Давидовское время, это псалмы, целый ряд псалмов. Это в этой книге есть псалмы, которые описывают время до плена Вавилонского, после плена Вавилонского и во время плена Вавилонского. То есть фактически вся история жизни Израиля, она в книге Псалтирь открывается. Это очень интересно и очень важно для нас. Друзья, мы с вами посмотрели на историю Израиля вот в прошлых книгах, когда мы говорили о царстве, Паралипоменон, о Ездре, и Неемии и Исфире. Помните, мы с вами такую карту рисовали? Когда возникло царство Израиля, когда оно разделилось на две части, когда одна часть, 10 колен, ушло в ассирийский плен, когда вторая часть, 2 колена, точнее, 1 колено плюс 1 колено, да? Оно ушло в Вавилонский плен, когда было возвращение, все это помните, да? Вот когда мы читаем псалмы, друзья, очень интересно и хорошо, если мы каждый псалом, мы постараемся вот соотнести, к какому времени он относится. Иногда это бывает трудно, но иногда можно. Можно посмотреть на содержание псалма и увидеть, ага, например, допустим, арфы там повесили и плачут при водах. Помните, там такие псаломы? Это можно предположить, о каком времени? О времени пленения идет речь. Но, в общем, у нас, к сожалению, сейчас не детальное изучение псалтири, а только такое обзорное, поэтому я не буду называть тех псалмы, которые конкретно относятся к тому или другому времени. Это можно найти в справочниках. Но когда вы читаете псалом и узнаете, к какому времени он относится, вам намного легче будет понять его смысл и его содержимое. Это будет проще. Насчет Давида. Очень много псалмов, больше 73, да, вот почти 80 псалмов написано Давидом. И Давид излагал в псалмах свою жизнь. Это та же самая мысль, которую только что сказал, но она относится не ко всему обществу израильскому, а только к Давиду. Посмотрите, когда Давид согрешал или каялся, когда Давид убегал от кого-то, когда Давид прятался, когда на Давида выставали враги, когда он был царем, когда он убегал от Авесалома, за все события своей жизни Давид, да, он отразил в псалмах. Но очень важно, друзья, что он отражал не просто какую-то хронологическую последовательность, не просто дневник в стихах. Это было отражение его переживаний, отражение его отношений с Богом. Поэтому очень интересно, друзья, когда мы читаем книги царств или Паралипоменон про жизнь Давида, читать их параллельно с псалмами, соответствующими псалмами. Ну, например, когда Давид убегал от Авесалома, вот давайте мы возьмем, когда он убегает от Авесалома, и прочитаем псалом, когда он убегал от Авесалома. Мы увидим его внутреннее переживание, увидим душу Саула, душу Давида увидим.
Мне бы очень хотелось, когда-нибудь кто-нибудь, кто взялся за такой труд и составил план чтения Библии не хронологический или там исторический, а план вот такой вот. Например, мы читаем Царство, и тут же прочитали Псалом, например. И тогда мы увидим более полную картину. Это очень интересно, но об этом тоже сейчас нет времени говорить. Друзья, итак, псалмы – это не просто пение, это отражение внутренних переживаний царя Давида, других авторов, всего народа израильского, начало до давидовского времени и заканчивая уже временем после пленения, когда был восстановлен второй Иерусалимский храм. Интересно, друзья, то, что первый раз, давайте вот через слайд перелетнем, через слайд. Вот, первый раз Давид дал псалом, можно сказать, что вот, наверное, псалмы существовали, конечно, они еще и до постройки храма существовали, но, возможно, именно Давид стал тем человеком, который ввел псалмы в богослужебную практику. И вот первая книга Паралипоменон, 6 глава, 7 стих, написано, что в этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Друзья, вот эта фраза «в первый раз», можно предположить, что Давид первый раз, то есть как бы это был первый псалом Давида, а можно предположить, что вообще Давид был источником вот этой практики такой, что до него это вообще не было. Ну и многие богословы, они придерживаются второго толкования, что здесь описывается день, когда в принципе в богослужении стало использоваться пение. Ну, честно говоря, можно вот эту дату, например, записать как дата рождения хора, такого церковного хора. Есть такой текст, нет? Это значит, я какую-то ссылочку перепутал. Но такой текст точно есть. Вот, я перепутал ссылку. Сейчас я найду ее. А? Так, где же это написано, чтобы мне не быть? Да, сейчас. Да, это первая книга Царств. 16 глава, 7 стих. 16 глава, 7 стих. Не 6, а 16 глава, 7 стих. Нет, первая книга Паралипоменон. Ну, я очень утомился за эту поездку, и, честно говоря, вообще с трудом говорю, поэтому и путаюсь. Итак, в этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 7 стих. Друзья, то есть в этом стихе мы видим, что Давид, видимо, написал этот псалом какой-либо. Ну, там, кстати, есть какой, можно прочитать, давайте посмотрим следующий стих. Там двоеточие стоит, 8 стих, пожалуйста. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Следующий стих. «Пойте Ему, бряцайте». Такое слово, конечно, немножко старинное, но здесь имеется в виду «играйте». «Поведайте о всех чудесах Его». И следующий стих. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце, ищущих Господа». Там еще продолжается, это не конец. Но, друзья, в общем-то, вы знаете, я вам скажу, что вот в этом первом псалме, который был исполнен в храме, Асафом, изучен Асафом и был левитами озвучен в храме, вот считается, что вот именно вот в этом псалме сокрыты как бы идеи вообще песнопения. Зачем оно вообще нужно? И вот каждый стих отражает его вот идею песнопения. Хвалите Господа, возвещайте о чудесах Его. То есть, например, ну я знаю, что есть композиторы сегодня время, вот о чем писать? Какие песни писать? Вот хвалите Господа, возвещайте чудеса Его, ну и так далее, и так далее. Вот то, что здесь перечисляется. Ну ладно. Во второй книге Паралипоменон, 29 главе, это следующий слайд, если вернитесь к слайдам, то там, надеюсь, я ссылочку не перепутал, то там уже прошло много времени, уже Давид давно почил, послужив изволению Божьему, и когда восстанавливалось служение в храме, то царь Езекия и князья сказали левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асава, прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись, и поклонялись. Друзья, то есть, когда восстанавливается служение в храме, то очень важно восстановить именно служение музыкальное. Друзья, всегда в народе Божьем служение музыкальное ставилось на высокий уровень. Ну, оно, кстати, не зря и у нас так происходит. Вот. Но здесь очень важно, друзья, знаете что? Вот в этом стихе два момента, которые я хотел отметить. Первый момент, что чтобы славили Господа словами Давида и Асафа. Опять-таки, исторически, где-то вот я читал, не могу сейчас доказать это 100%, но, скорее всего, так и есть, что вот во времена Езекии, в общем-то, песнопения были. Люди пели песни. Но он говорит, славьте Господа словами Давида и Асафа.
То есть он как бы возвращает их к истокам. Он говорит, не надо нам современных песен, давай мы будем петь как раньше. Это не к тому, что современные песни нам не нужны. Я еще раз сказал, в книге Псалтирь есть и авторы вот этого времени. Этого времени. Здесь не идет речь, вот словами Давида Асафа, это не означает, что только авторство этих людей признается. А здесь имеется в виду, что вот как Давид и Асаф, то есть их традиция сохранялась. Чтобы вот те авторы, которые новые пишут гимны, да, какие-то, чтобы они вот как будто бы словами Давида и Асафа говорили. Вот эта мысль, да? Но доказывается эта мысль тем, что в псалтире есть гимны, которые включены вот авторами, которые в это время самое жили. То есть были авторы, то есть это не запрещалось. Но они ничем как бы не отличаются от авторства Давида и Асафа. Как бы преемственность такая соблюдается. А вторая мысль, посмотрите, Асаф начальник хора. Давида, как он здесь называется? Прозорливец. Что это означает? Пророк. То есть те люди, которые назывались прозорливцами, потом стали называться пророками. То есть это пророк. То есть он не просто был музыкально одаренным человеком. Асаф не просто был человеком, который понимал гармонию, например, да, допустим, или умел играть на многих инструментах. Это был пророк. Это человек, который мог правильно понимать духовные истины, богословские истины. Он имел правильное отношение с Богом. Друзья, очень важно, чтобы мы в музыкальном служении не переориентировались просто на какой-то талант. Он пророк был, и он был руководителем ХО, он был пророк. Вот это очень важная мысль, ее можно было бы развивать очень долго, конечно. Я думаю, друзья, что любой человек, занимающийся музыкальным служением каким-то, он должен переживать о том, чтобы в его жизни, кроме музыкального служения, были еще и правильные отношения с Богом, чтобы он был пророк, прозорливец. И смотрите, друзья, когда вот какой эффект производит правильное песнопение. То есть слова Давида и слова Асафа прозорливца, они какой эффект они производят? И славились с радостью, и преклонялись, и поклонялись. Ну, разумеется, Богу, да? То есть хорошо, когда если правильное пение, если правильное музыкальное какое-то участие, то оно вызывает, во-первых, радость, во-вторых, преклонение пред Богом и поклонение Богу. Друзья, теперь немножко информации технической. Книга «Псалтирь», еще раз скажу, состоит из 150 псалмов. Кстати, есть некоторые люди, читающие «Псалтирь», по такому, как бы сказать, способу. То есть 150 псалмов, а в месяц 30 дней. Так же, да? То есть если читать в день по 5 псалмов, то можно прочитывать книгу «Псалтирь» за месяц. Есть такой, я забыл фамилию этого известнейшего человека, просто сейчас вылетел из головы, он советует таким образом читать ежедневно две книги. Это книгу «Псалтирь» и книгу «Притч». В книге «Притч» 31 глава, то есть можно один, вот, например, сегодня, допустим, какое число? Сегодня 15 или 16, да? 16 чего? Декабря. Вот, значит, можно взять за 16 главу книги «Притчи», прочитать все. И можно 16 умножить на 5 и прочитать 5 стихов, 5 псалмов, начиная с 16 псалма. Ну, 16 умножить на 5, вот с этого псалма начинает читать 5 стихов, 5 псалмов прочитать. И таким образом, как бы мы за месяц будем прочитывать книгу «Притч», и за месяц будем прочитывать книгу «Псалтирь». Каждый месяц. Считается, ну, как бы, вот во многих литературе есть такое выражение, что книга «Притч» — это школа взаимоотношений между людьми. Вот с тем человеком не общайся, с этим человеком не ходи, с этим ходи, вот так вот делай. То есть книга «Притч» — это школа отношений с людьми. А книга «Псалтирь» — это школа отношений с Богом. И вот как бы любому человеку нужны вот эти две школы. Ему нужна школа отношений с людьми, это притчи, и школа отношений с Богом, это псалтирь. И если человек ежедневно пребывает и в той, и в другой школе, то как бы он человек мудрым становится и духовно уже тоже растет. Вот есть такой метод, может быть, кто-то из вас попробует. Я знаю, что некоторые в нашей церкви раньше это пробовали, и вроде как довольны результатом. Итак, у нас 150 псалмов в книге «Притч». И в еврейском тексте, в оригинальном еврейском тексте, над псалмами были так называемые надписания. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Так, стоп, давайте мы еще вернемся к предыдущему слайду. Предыдущему. Вот к этому. Мы его пропустили, я специально его пропустил. В этом слайде, друзья, показывается 7 сфер применения псалмов. То есть, для чего псалмы можно применять в нашей практике?
Это словословие, то есть псалмы прославляют Бога. Индивидуальная молитва, то есть псалом можно использовать как пример определенной молитвы. Но об этом еще будем поговорить. Литургическая молитва. Ну, я как бы взял это из, слово литургическое, оно немножко православие, так немножко попахивает, да? На самом деле здесь ничего плохого нет. Литургия означает слово, литургия совместная, то есть общая молитва. Когда человек один молится, один на один, это одна молитва. Когда он молится в компании или в церкви вместе, то это как бы литургическая молитва называется, да? То есть там тоже есть примеры, образцы молитв, которые общинные молитвы. В псалмах очень много богословия, они позволяют нам больше узнать о Боге, о Его отношениях с людьми, особенно о том, что Он делает для нашего спасения. Также псалмы являются исповеданием веры, они дают нам слова для покаяния пред Богом, это исповедание нашей веры пред Богом и людьми. Проповедь, они свидетельствуют о Боге, призывая людей со всех концов земли вступить в братство верующих в Него. И единение с Богом, они помогают сохранить связь между человеком и Богом в дни радости и бед. Вот такой, вот так, 7 сфер, ну, как бы применения псалмов. То есть зачем нам нужны псалмы? Читая их, мы можем прославлять Бога. Читая их, мы можем видеть образцы личных молитв. Читая их, мы можем видеть образцы совместных молитв. Ну и так далее, о том, что мы уже поговорили. Теперь идем дальше. И как раз та тема, которая называется надписание. Надписание. Почему надписание? То есть сверху текста. Вот если взять обычный псалом, то сверху него есть надписание. В некоторых псалмах эти надписания и в русской Библии тоже присутствуют. Например, псалом номер 133. Первый стих начинается «Благословите ныне Господа». Но начало псалма чуть выше. Над первым стихом, надписание, есть такое слово «Песнь восхождения». То есть это не текст псалма, это не авторский текст, это надписанный текст, но принадлежащий к тому же времени. То есть это как бы не поздняя вставка. Зачем нужны надписания? Друзья, надписания, они указывают на то, на тот или иное качество псалма. Ну вот, например, надписание, указывающее род песни или характер ее содержания. Например, псалом номер 16. Допустим, вот псалом номер 16. Молитва Давида. То есть надписание, молитва. То есть, вот надписание указывает род или характер этого псалма. 16-й, 85-й, 89-й, 101-й псалмы. Они указывают на молитвенное содержание псалма. 94-й псалом. Там другое надписание. Там надписание, сейчас мы прочитаем какое. Здесь его в русском нет, но в общем-то оно содержится, там написано «Хвала Богу». То есть хвала Богу, написание такое «хвала Богу». Это говорит о том, что псалом содержит... Да, вот, например, 144-й псалом. Как бы в 144-м псалом в русском переводе тоже сохранено написание «хвала Давида». То есть 144-й псалом, соответственно, это хвалебный псалом. Учение, 31-й, 41-й, 87-й стихи – это псалмы, содержащие какое-то учение. Ну и так далее, и так далее. Второе. Надписание... указывающий на способ исполнения. Вот это очень интересно. Дело в том, что слово «псалом», самое распространенное в псалтире написание, указывает на исполнение данной песни именно на струнном инструменте псалтири. То есть, когда автор этого псалма написал вверху «псалом Давида», это значит, он хотел, чтобы этот псалом был исполнен именно под аккомпанемент струнного инструмента псалтири. Но бывает, например, такое написание «псалом песни» или «песнь псалма». Это указывает на то, что главным орудием должна быть музыка, а вокальная сопровождает ее. В другом случае наоборот. То есть вот еврейские исследователи, они говорят, что вот, в зависимости от того, какое слово стоит первым, то в этом случае ведущую роль отдается или музыке, или тексту. Для нас немножко непонятно, потому что в нашей практике обычно всегда текст на первый план, а музыка сопровождает. Вот и еврейская традиция, оказывается, были наоборот, когда музыка выступала главным, а вокальное сопровождение было как бы таким на заднем фоне стояло. Вот такое тоже бывало, интересно очень. Например, еще есть такое выражение «на музыкальных орудиях» означает, что это данное произведение было предназначено для пения, но
но под аккомпанемент не одного инструмента, а многих. Например, на восьмиструнном орудии. И вот еще интересно, допустим, на гевском орудии. Это тоже песнопения, которые были предназначены для игры на специальном орудии. Вот здесь очень интересная мысль. Которое Давид забрал в Гефе. Геф, что за город Геф, кто помнит? А? Голиаф оттуда был. Вот оттуда был Голиаф. То есть после победы над Голиафом Давид захватил Геф и забрал оттуда определенный вид музыкального орудия, который был, как бы сказать, только в том городе использовался, больше нигде не использовался. И этот музыкальный инструмент потом внесли в храмовое служение, и вот именно на этом орудии исполнялись песни Господу. Очень часто на гефском орудии. Ну, тут такая интересная символика, что враги филистимляне, да, и самый главный враг это Голиаф, и которые так вот ругались над народом Божиим и Бога оскорбляли, а теперь их орудие, такое как бы принадлежащее им, оно Бога прославляет вот в храме. Ну, примерно такая мысль. Ну и так далее, друзья. В общем-то, очень много можно говорить о том, как должны были исполняться эти песни. Интересно, что во времена первого храма, когда первый храм был, то музыкальная составляющая была очень обширна. Там было очень много инструментов. Но когда он был разрушен, а народ Божий уведен в плен, то очень много было потеряно. И вот историки говорят, что когда народ Божий вернулся из плена, и уже был отстраивался второй храм, то, конечно, во втором храме участие музыкальное было куда ниже и слабее, чем при первом. И некоторые инструменты, вот когда переводили уже Библию, когда Ветхий Завет переводили на понятный язык того времени, то есть это было после второго храма, то переводчики уже даже и не знали, что за орудия описываются в псалмах. То есть уже и даже были потеряны сами и инструменты, и не могли. Конечно, поэтому музыкальное сопровождение, оригинальное музыкальное сопровождение псалмов мы не имеем. И нот не сохранилось, и мы не можем узнать, какая музыка тогда была. Это, кстати, очень, очень жалко, конечно. Ну вот третье надписание, указание на писателя или исполнителя псалма. Ну это понятно, кто там написал, да? Указание на повод написания псалма. То есть, например, третий псалом. Когда он бежал от Авесалома, вот по этому поводу он написал псалом. Ну и последнее надписание, указывающее на богослужебное назначение, время или место исполнения псалмов. То есть, друзья, к чему я это говорю? Что как в песеннике, в псалме было указано, кто автор, как нужно исполнять, где нужно исполнять, по какому поводу нужно исполнять, ну и так далее. Вот, друзья, то есть это довольно такая техническая информация, может быть, не очень интересная, но полезная для того, чтобы вы имели некий кругозор. Друзья, следующий слайд. Вся книга Псалтирь, она разделяется на 5 книг. Ну, не обязательно запоминать вот эти циферки, просто имейте в виду, что вся книга Псалтирь разделяется на 5 книг. Первые 40 псалмов – это первая книга, вторые 40 псалмов – вот 41-й, 71-й – это вторая книга, 72-й, 88-й – третья и так далее. Ну, почему 5 книг? Евреи говорят так. Моисей дал Израилю 5 книг Торы, а Давид составил для Израиля 5 книг хвалений. Вот такая у них символика. Ну, а почему именно вот, почему именно вот эти псалмы входят в первую книгу, вот эти во вторую, эти в третью, в четвертую, эти в пятую? Здесь очень интересный момент по этому поводу. Я сейчас вам прочитаю выдержку из одного исследования. Здесь написано так. Псалмы распределены по книгам в зависимости от того, какое слово в них употребляется для прославления Бога. То есть считается, что, ну я уже напомню, друзья, что эти книга Псалтырь, ее основное предназначение – это прославить Бога. Это самое главное. И что все эти книги, они тоже имеют цель прославить Бога. Только в каждой из этих книг разные слова используются для прославления Бога. В первой книге 40 псалмов одно слово для прославления Бога используется, во второй книге другое слово, в третьей книге третье слово. В русском переводе, к сожалению, этот смысл утерян, потому что у нас другие слова, и мы не можем проследить вот это. Но в еврейском тексте можно проследить, что во всех 40 псалмах первых используется одно и то же слово для прославления Бога. Во-вторых, другое слово. Таким образом, как бы многообразие прославления Бога в 5 книгах. И еще одна мысль. Если
в первых четырех книгах словословие занимает 1-2 стиха, то ближе к концу словословие увеличивается. И в 150-м псалме, который завершает пятую книгу, почти весь псалом — это прославление Бога. Ну, как бы можно еще отметить такую тенденцию, что по увеличению книги увеличивается и степень прославления Бога, то, что как бы больше становится. Ну, вот таким образом псалтирь, он подчеркивает свою основную функцию — это прославить Бога. Друзья, в псалмах все псалмы они делятся на разные как бы категории, то есть разные типы псалмов. Вот давайте мы сейчас просмотрим некоторые примеры, ну два примера. У нас, еще раз говорю, к сожалению, нет времени смотреть очень подробно, там примеров очень много, но посмотрим только некоторые примеры. Вот, допустим, псалом номер 53. Это псалом мольба. То есть это определенная молитва, которая направлена к Богу. Давайте мы посмотрим, как структурирована эта мольба. То есть каким образом автор этого псалма, он молится. Так, стоп. Да, все правильно. Давайте посмотрим, друзья. Итак, верните, пожалуйста, обратно. Слайд. 53 слайд. Итак, начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. Вот надписание. Кому предназначено? Начальнику хора, чтобы он изучил с хором и исполнили в храме. Кто написал? Давид. И на чем должно быть исполнено? На струнных орудиях. То есть я, друзья, представляю себе, что это было не один инструмент, а был целый большой ансамбль какой-то, или даже оркестр. И вот под управлением вот этого начальника хора они изучают вот этот псалом. Давайте посмотрим на структуру. Пожалуйста, следующий слайд. Вот давайте посмотрим на структуру. Итак, стих номер 3. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоей суди меня». Это воззвание. «Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих». Тоже воззвание. То есть как бы вот у него нужда, у него мольба. Друзья, давайте мы посмотрим на этот псалом с точки зрения наших с вами переживаний, наших с вами проблем. У нас тоже бывают мольбы к Богу, да? Вот что делается в самом начале псалма мольбы? Ну, в начале, кстати, вот второй стих, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у вас ли скрывается Давид?» То есть, как бы, вот она ситуация. Посмотрите, он взывает к Богу: «Боже, именем Твоим спаси меня, силу Твоею суди меня, Боже, услышь молитву мою и внемли словам уст моих». Потом он описывает проблему, почему он нуждается в этом воззвании. «Ибо чужие восстали на меня, сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собой». То есть сначала он обращается к Богу: «Услышь меня», потом он объясняет Богу, почему он нуждается в этом. Он описывает проблему. Следующее, друзья. Исповедание веры. Смотрите. «Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». Следующее, друзья, ну вот в русском переводе, может быть, тоже как бы звучит как будто бы исповедание веры, а на самом деле как бы вот в еврейском там больше как просьба идет. Что ты конкретно хочешь от Бога? Он говорит: «Воздаст за зло врагам моим, истину твоею истреби их». Ну вот истреби их — конкретный призыв, да? Вот просьба: истреби врагов моих. Дальше. Обещание: «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо». И в конце: «Ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Прославление Бога. Кстати, вопрос, друзья, последний стих: «Ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Это о каких идет ситуациях речь? О данной ситуации или о прошлых ситуациях? О прошлых ситуациях. Но данная ситуация как бы еще не решилась проблема. Но посмотрите, он уже находит, чем прославить Бога. Вот мы попадаем в ситуацию какую-то, ну, финансовые затруднения, там, здоровье, еще что-то, какие-то проблемы. И мы Богу приносим нашу нужду. Друзья, вот очень правильно вспомнить, что в таких ситуациях мы уже были. И в таких ситуациях Бог нам уже не раз и не два помогал. И Он говорит: «Господи, я прославляю Тебя, ибо Ты избавил меня от всех бед». У меня много бед было.
И ты меня избавил. Я поэтому тебе и молюсь, потому что у меня опять возникла та же проблема, и я тебе молюсь по этой самой проблеме. Но ты уже много раз меня избавлял. Друзья, вот мы с вами молимся. Мы с вами молимся о наших нуждах. Посмотрите, какая красивая схема молитвы. Как хорошо, если у нас есть мольба. Как хорошо воззвать к Богу. Господи, услышь молитву мою. Сказать, потому что вот у меня такая-то проблема. Но я верю тебе, потому что ты силен, и ты можешь помочь. И прошу тебя, сделай вот так, вот так. И я тебе прославлю имя, потом и там пообещаю что-нибудь, да? Вот, скажу. Ну не то, чтобы как бы подкуп какой-то, а как вот такая благодарность, обещание благодарности, да? А потом, ибо ты уже много раз в моей жизни вот это делал. Посмотрите, какой красивый, красивый псалом, который не просто сам по себе хорош, но он и нам дает он с вами возможность, друзья, такими же молитвами молиться. Вот представьте себе, пришел на собрание неверующий человек, и вы молитесь молитвой: Господи, я взываю к тебе, услышь меня. Потому что в моей жизни вот такая ситуация, например, сын мой заболел, там, допустим, или у меня на работе проблемы. Но я прошу тебя, я знаю, что ты Бог крепкий и всемогущий, и ты никогда не подводишь, я прошу тебя, сделай вот это, вот это, вот это. Вот. А я прославлю тебя перед народом всем, и потому что ты много раз в моей жизни уже вот это делал. И вот человек неверующий услышит эту молитву, и о чем он подумает, друзья? Он скажет: Бог всемогущий. Посмотрите, какие у них отношения. Как? Или он нашу молитву услышит: Господи, вот ты знаешь, вот я немощный, сирый, слабый, и вот ничего не достоин, и все плохо у меня. И вот знаете, вот, например, кто-то молится: Господи, вот почему в нашей церкви все так плохо, и в городе никто не кается, и почему все так вот. Друзья, а где прославление Бога? Неужели вот так есть на самом деле? Или: Господи, ты видишь, вот у меня уныние такое, что я вообще ничего не могу, и хуже меня никого нет, и так далее. Друзья, как будто вроде и молитва, а на самом деле нет вот этой системы, нет этой схемы. Друзья, здесь в этой схеме мы видим и воззвание, и изложение проблемы, и утверждение какой-то истины о Боге, и просьба, и обещание, и прославление Бога. Друзья, это очень важно. Это очень важно. И если мы будем читать псалмы именно не только с точки зрения назидания для самого себя, через конкретный псалом, но и как пример для себя, я думаю, что для нас это будет полезно. Еще один пример, друзья, другого вида псалма, это следующий псалом, это 99-й, следующий слайд. Это псалом, ну, как бы прославление. Вот так написано в 99-м псалме: псалом хвалебный. Псалом хвалебный. Друзья, здесь другая схема, посмотрите. Хвала, причина, по которой похвалить. Потом опять хвала, и потом опять причина. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина в рот и рот. Друзья, кстати, вот мы уже как-то об этом говорили, но вот в Псалтири есть несколько псалмов, в которых вообще просьб никаких нет. Просто человек хвалит Бога. Вот, например, вот пример 99-го псалма. Это здесь нету просьбы. Человек склонился на колени или в собрании великом, и они прославили Бога в молитве. Каким образом? Господи, воскликните Господу вся земля, служите Богу с весельем, идите перед Ним с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог. Вот, друзья, тоже какой красивый. Не обязательно же все время что-то просить, можно просто Бога прославить. Но здесь тоже схема определенная, да, смотрите. Прославил, потом причина. Почему прославляет, за что прославляет. Перечисление вот этих каких-то качеств Божьих. Потом опять хвала, потом опять причина. Друзья, псалтирь – это именно пример, это учебник, это школа наших взаимоотношений с Богом. Вот такие у нас должны быть отношения с Богом. Друзья, мы тоже с вами молимся. Но можно ли в молитвенной жизни расти? Вот давайте простой пример приведем. Ну, я взял гитару в руки и изучил один аккорд, и играю. Играю на гитаре или нет? Играю один аккорд. Можно лучше? Можно лучше. Есть два аккорда, три аккорда. Есть какой-то перебор там. Есть еще что-нибудь. Друзья, то есть расти в этом вопросе можно. Конечно, человек скажет: ну я же играю на гитаре, вот три аккорда есть, и бряцаю вот так вот, да, вот боем. Вот и довольствуйтесь, как могу.
Вот как могу? Нет. Есть же, можно же расти в этом вопросе. То же самое, друзья, и в молитвах наших, в словословиях наших. Можно сказать, ну у меня же, я же молюсь Богу. Ну как могу молюсь? Хорошо. Замечательно. Бог любые молитвы любит. Он хочет общаться с нами. Друзья, а вот это пример отношений с Богом. А в твоей жизни есть молитвы без просьб, молитвы хвалы? Нет. Ну поучись этому. Научись хвалить Бога просто так. Научись, и твоя жизнь станет лучше духовной. Твои отношения с Богом станут более яркие, более сочные. Твои отношения станут более глубокие с Богом. А если ты хочешь у Бога помолиться, а ты пробовал в молитве, когда ты молишься Богу, еще и не просто выразить свою просьбу, но исповедать его сильным Господом и вспомнить те примеры, которые были раньше. Ты пробовал? Нет, не пробовал. А попробуй, у тебя получится, лучше будет. Друзья, даже в молитвах наших словословиях Богу все равно есть куда двигаться, куда расти. Когда Христос молился, ученики говорят, вы помните? Научи нас молиться. А как вы думаете, ученики молились до этого или не молились вообще? Конечно, молились. Они же верующие были, они все молились. Но они посмотрели на Христа и говорят, слушай, вот мы не умеем молиться. Вот научи нас молиться, мы хотим тебе молиться. И он говорит, вот молитесь вот так. Он не сказал, ну молитесь как хотите, своими словами как хотите. Вот так молитесь. И он тоже дал определенный пример. Определенный пример. Очень похожий, кстати, на пример из книги Псалтирь. Там есть и исповедание, и обещание, и там есть и прославление Бога. Все есть в тех книгах. Итак, друзья, книга Псалтирь является для нас примером или школой отношений с Богом в песнопениях, молитвах и словословиях. Следующий небольшой раздел. Я думаю, что мы сегодня не знаю сколько будем. Ну, в любом случае не больше, чем обычно, но может быть даже меньше. Следующий раздел, друзья, такое очень сложное слово. Параллелизм. Параллелизм. На курсах по герменевтике братья страшно пугаются этого слова и даже ропщут на это слово. Потому что не знает, что он означает. Друзья, ну да, слово параллель. На самом деле, вот я из всего курса герменевтики решил вот здесь сказать только об этом, о простом довольно параллелизме, хотя там их очень много разных. Вот, но суть в чем? Друзья, параллелизм – это повторение одной и той же мысли другими словами. Друзья, когда мы читаем книгу Псалтирь, мы должны понимать, что это поэтическая книга, содержащая множество образов. К ней нельзя подходить как к учебнику по арифметике, например, да? Это книга, в которой пересекаются различные какие-то образные такие явления очень часто. И вот, чтобы нам не запутаться, нам нужно помнить, что в книге Псалтирь очень-очень часто повторяется одна и та же мысль просто разными словами. Ну вот, например, 2 Псалом, 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Здесь две мысли. «Живущий на небесах посмеется», вторая мысль – «Господь поругается». Ну, по отношению к каким-то людям, да? Давайте мы откроем этот псалом, чтобы нам было более понятно, о чем идет вообще речь. Итак. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их, говорят эти люди, свергнем себя оковы их». Ну, как бы, то есть, совещание племен, народов против Давида, против помазанника и против самого Господа. Кстати, у нас была проповедь на этот псалом как-то раз. И четвертый стих. Вот реакция на все эти совещания. Как Бог отреагирует на все эти замыслы человеческие? Какая у него реакция будет? Господь посмеется и Господь поругается. Вот можно сказать, например, ну сначала Господь посмеется. Посмотрел на них, посмеялся, но а потом поругался с ними. Как бы два действия, да? Но на самом деле здесь речь идет об одном действии. Посмеется и поругается, это как бы одно и то же. Это одна и та же мысль повторяется два раза. Ну, вот посмеется и поругается, вообще можно в каком-то контексте, чтобы это было одинаково или нет? Или не может быть? А? Ну, вот, например, шел Елисей, вышли дети, иди плешивый. Они посмеялись над ним или поругались над ним? Ну, как бы одно и то же. И посмеялись, и поругались одновременно, да? Как бы. То есть, друзья, не всегда... Как бы эти два слова могут быть взаимоисключающими. Посмеялся это одно, поругался это другое. Да, как бы. Это может быть и разное, но это может быть и одно и то же.
Вот как в случае, например, с Елисеем. Вот то же самое здесь. Как бы псалмопевец выразил отношение Бога вот к этим людям, он выразил двумя словами, означающими одно и то же. Это называется параллелизм. В псалтире, друзья, это почти всегда так. Вот верните слайд. 36.6. «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Здесь два параллельных слова. Ну, вот это «правда» и «справедливость». Но опять-таки, можно углубиться в истолкование, что сначала Господь выведет правду, потом наведет справедливость, как бы два действия. На самом деле, это одно и то же действие. Господь покажет правду, и это будет справедливо. Ну, примерно вот так вот. То есть два слова говорят об одном и том же, но друг друга дополняют. Так, похоже, это не по теме, да? Ну ладно. Да, это я просто думал, это вопрос какой-то. Оно оттеняет или придает какой-то дополнительный смысл. Иногда, друзья, вот параллелизм в псалмах бывает такой понарастающий. Сначала одно слово, потом второе, третье, четвертое, иногда их даже пять бывает. И каждое последующее слово усиливает предыдущее слово. Как бы дополняет его, увеличивая объем. Так тоже очень часто бывает. Ну, друзья, то есть параллелизм – это метод чтения псалмов, то есть или метод написания. Вот один такой пример. Давайте следующий пример. Это 88-й псалом. 31-35 стихи. Посмотрите. Вот буковками А, Б и С вот показаны одинаковые стихи. То есть, вот смотрите. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят. Видите, четыре строчки, да? Но смысл-то один и тот же. Оставят закон, не будут ходить по заповедям, нарушат уставы, повеления моих не сохранят. Здесь нет четыре преступления. Не то, чтобы сначала они ставили закон, потом они ходят по заповедям, потом нарушают уставы, повеления моих не сохранят. Это как бы все одно. Все одно. Показывает отношение вот этих людей к Божьей заповеди. Б1 и Б2. «Посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». Как бы наказание Божье, да? Опять-таки две строчки, но они об одном и том же. И потом четыре строчки. «Милости же моей не отниму от него, не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Тоже одинаково. Здесь можно сделать вывод. «Милости моей не отниму от него». Что такое «милости не отниму»? Не переменю того, что вышло из уст моих. Вот в этом и есть милость. Друзья, кто-то скажет, можно предположить, что это речь о Соломоне идет, да? Можно предположить, в чем же проявится то, что Бог милость не отнимет? В чем же проявится это? А в том, что он не нарушит завета. А в том, что он не переменит того, что вышло из уст моих. Друзья, вот здесь на самом деле только три мысли. Первая мысль. Если сыновья нарушат, вторая мысль – я накажу, третья мысль – милости не отниму. Но красиво, литературно и поэтически это вот таким образом богато, так довольно написано. Вот это называется параллелизм. Изложено. Вы еще не спите, друзья? Нормально все, да? Идем дальше. Ну, извините, сложная тема, надо и так изъяснять. Друзья, следующий пример, друзья, это очень интересный псалом, о котором я уже сказал. Это псалом номер 118. Да, 118 псалом. Почему большими буквами написано слово 22? 22 буквы в еврейском алфавите. Вот они представлены. Первая буква Алеф, вторая буква Бет, третья Гимел, Далет и так далее, и так далее, и так далее. 22 буквы алфавита. Друзья, 118-й псалом, он состоит из 22 восьмистишия. То есть сначала 8 стихов, потом еще 8 стихов, потом еще 8 стихов. Вот эти каждый стих внутри одного восьмистишия начинается на одну и ту же букву. То есть первая буква «Алеф». Значит, первые 8 стихов начинаются на «А» – «Лев». «Алеф», 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 «Алеф» – 8 стихов. Потом вторые 8 стихов на «Б». На букву «бета». Третий 8 стихов на «гимель». И так далее, и так далее. То есть
до конца алфавита идет каждый 8 стихов. Вот попробуйте на русском языке написать стих, который содержит глубокий богословский смысл, который открывает очень серьезную какую-то истину, и еще, чтобы первые 8 стихов были на одну буковку, вторые 8 стихов на вторую буковку, третьи 8 стихов на третью буковку и так далее. Не зря евреи называют этот псалом «великий алфавит». И говорят даже, что еврейские дети по нему учатся читать, то есть алфавит. Вот. И еще, друзья, в этом псалме ровно 22 раза тетраграмматон. Что такое тетраграмматон? Это аббревиатура слова Иегова. То есть они не могут Иегова писать целиком, потому что это как бы имя Бога, и используют вместо этого тетраграмматон. Другими словами, 22 раза в книге в 118 псалме, 22 раза по числу букв алфавита открывается имя Бога. А почему именно 22 раза имя Бога? Потому что вот в каждом восьмистишии открывается своя сторона отношений Бога с человеком. И вообще жизни человека. И в каждом отношении всегда присутствует Бог. То есть во всех сферах жизни всегда присутствует Бог. Вот такой как бы замысел вот этого стиха. И еще, друзья, интересно, что абсолютно в каждом стихе, кроме одного, 122-го, присутствует обязательно одно из слов. Или закон, или откровение, или путь, или повеление, или заповедь, или устав, или суд, или слово. Вот эти слова, которые я сейчас перечислил, присутствуют во всех стихах 118-го псалма, кроме 122-го стиха. А что объединяет все эти слова? Итак, я перечисляю. Закон, откровение, путь, повеление, заповедь, устав, суд, слово. Что все эти слова объединяет? Все эти слова в еврейском языке являются синонимами слова Тора. То есть фактически в каждом стихе идет слово Тора, просто синоним. Закон, суд, путь. Ну, понятно мысль, да? А вот возникает вопрос, а почему в каждом стихе слово Тора? Кто помнит, о чем вообще этот стих, этот псалом, о чем он? О Слове Божьем. Этот псалом о Библии, ну, как бы о Писании, о Торе, о Священном Писании, об откровениях Божьих. В этом псалме открывается действие Бога через слово, открывается отношение человека к слову, открывается действие слова внутри сердца человека. Друзья, этот псалом, который превозносит Слово Божие на огромную высоту, это как бы радость человека, который читает это слово, и так далее, и так далее. Друзья, и этот псалом является самым-самым большим в Библии. То есть это самая большая глава в Библии, больше нет. Друзья, 118-й псалом, он больше, чем некоторые книги, ну, больше, чем малые пророки. Друзья, вот самая большая глава в Библии, посвящена Слову Божьему. Были попытки разделить этот псалом на две части, ну, потому что вот 118-й псалом как бы слишком большой, как бы хотя бы на две части разделить, но его невозможно разделить. Он цельный, он говорит о Библии. Поэтому, друзья, с точки зрения технической, смотрите, еще раз скажу, 22 восьмистишие, 22 раза тетраграмматон. На каждую букву алфавита свой смысл отдельный. С точки зрения технической, это самый совершенный пример стихосложения вообще в литературе мировой. Нет ни одного стиха в мировой литературе, там Пушкин, Шекспир и все остальные, да, авторы, они не, ну, у них не хватало столько таланта, чтобы написать вот настолько сложный по своей форме памятник литературы. Вот это очень тяжело, это очень само по себе тяжело. И плюс он еще, друзья, содержит богословский смысл очень глубокий. Да, очень большое, такое серьезное содержание. Друзья, вот это 22-й псалом, прошу прощения, 118-й псалом, который как бы вокруг циферки 22 как бы базируется, да. Ну, друзья, о чем еще поговорить? Здесь у меня еще несколько слайдов осталось. Пока вопросы, может, какие-то есть вопросы, нет? Вопросов нет. Друзья, вот в книге «Псалтирь», ну, давайте, я просто не знаю, вот следующий слайд, пожалуйста, следующий слайд.
Просто он такой немножко сложноватый, и время уже много, и я не знаю, может быть, не будет сильно полезно. То есть для понимания смысла любого псалма необходимо ответить на следующий вопрос. Ну, я, друзья, прочитаю, для кого интересно, запишите или сфотографируйте, для кого неинтересно, смиритесь и послушайте. Вот. Когда мы, у нас есть псалом перед нашими глазами, мы должны ответить на несколько вопросов. Первое. Что выражается в псалме? Жалоба, благодарение, восхваление или назидание? Ответить на этот вопрос, нам легче станет его понимать. Легче нам станет понять, зачем он был написан, и больше назидания для себя взять. Второе. От чьего имени написан псалом? Говорит ли в нем отдельный человек или говорит в нем сообщество? Я или мы? Сейчас мы поясним, зачем. Если отдельный человек, то говорит он от своего имени или говорит как представитель народа или пророк какой-то. Нет ли в псалме признаков того, что он представляет собой диалог некого священника и собрания молящихся? И упоминается ли в псалме какой-либо царь, помазанник или его сын и отношения с Богом? Друзья, все вот эти правила, они помогают нам увидеть за поэтическими образами некий скрытый смысл. Ну, например, принято считать, что если в псалме обозначаются слова «помазанник», «щит», «сын», ну, в смысле отношения с Богом, то это мессианские псалмы, указывающие на Иисуса Христа. И в этих псалмах мы можем увидеть именно пророчество о Христе, и самого Христа можем увидеть в псалмах. Если в псалме мы находим беседу, как бы, или в псалме ведется речь со стороны человека, но это некий царь или священник, то это, как принято считать, обращение Бога к людям. То есть поэтическое такое представление, как Бог общается с человеком. Если в псалме идет речь, вот как бы личное такое, например, допустим, он отдельный человек говорит, то это как пример наших личных отношений с Богом. Ну и так далее, друзья. То есть вот есть некоторые такие правила, которые позволяют нам при чтении псалма увидеть в нем за поэзией, увидеть в нем достаточно хороший и такой довольно интересный смысл. Ну еще, друзья, несколько тем, и будем заканчивать. Через всю книгу Псалтирь, хотя еще раз скажу, друзья, она была написана разными авторами в разное время, описывает разные периоды истории Израиля, через всю книгу Псалтирь проходят некоторые темы, как бы сквозные темы, которые начинаются в первом псалме и заканчиваются в последнем псалме. Ну, конечно, за исключением некоторых псалмов, но в целом так. И одна из этих тем, это следующий слайд, это тема суда. Тема суда. В псалмах, как нигде в другой книге, призывается суд. Ну, например, псалом номер 66, 5 стих. «Да веселятся и радуются племена». А чему веселятся? Кто помнит? Чему радуются? «Ибо ты судишь народы». Вот веселье и радость. И еще. 95-й псалом. «Да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют все дерева дубравные перед лицом Господа. Ибо идет судить землю». И еще. «Люди радуются суду». Друзья, или вот «Суди меня по правде твоей». Друзья, вот я задам вопрос. У вас ничто не вызывает какие-то переживания, эти стихи? Ну, например, я скажу: «Радуйтесь, радуйтесь, братья и сестры, ибо завтра Господь придет судить нас. Радуйтесь, братья и сестры». Вы будете радоваться или будете переживать? А? Переживать. Друзья, вот это интереснейшая особенность книги Псалтирь, вообще ветхозаветных людей. Они не переживали о суде Божьем. Они им радовались. Смотрите еще раз. «Да радуется поле, да ликуют, ибо идет судить». Друзья, а вот Псалом 66, который я прочитал, там немножко я одно слово упустил. «Да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно». Правильно. Друзья, вообще... Или вот, например, призыв такой, 34-й псалом: «Суди меня по правде твоей». Кто бы из вас хотел сказать Богу: «Суди меня по правде твоей»? Суди. Да, по милости твоей хотели бы, да? Не суди меня, Господи. Вот. Отврати от меня суд твой, ибо я не... Кто устоит перед тобой, да, и так далее. Мы вот так вот мыслим больше. А вот псалмопевцы, они больше говорят: «Суди, жду судов твоих», и так далее. То есть здесь, как мы, как бы открываются две мысли –
Ну, точнее, может, три мысли открываются, но на третью, так скажем, косвенно. Первая мысль, друзья, что псалмопевцы Ветхого Завета, вот здесь через эту мысль, через этот призыв, через эту радость и словословие, они как бы отдают Богу право судить. То есть они понимают, что если Бог вмешается в какое-либо дело, то это самое лучшее, вот самое лучшее. Вот даже давайте вспомним такой пример. Когда Давид согрешил, пересчитав народ, то Бог говорит ему: я тебе предлагаю три наказания. Какие наказания? Или ты три года на земле будет голод, или три месяца ты будешь бегать от неприятеля, или ты три дня будешь от Бога поражаем, там, язвы какой-то, помните, да? Как отвечает Давид? Он говорит: тяжело мне очень. Ну, я понимаю, такой выбор, да? Тут выбор такой не сладкий. Нельзя выбрать что-то полегче. Но, друзья, из всего выбора, который он делает, вот из всего выбора, он делает самый правильный выбор. Он говорит: лучше впаду я в руки Господа. Друзья, посмотрите, у Давида такое понимание, что у нас в земле справедливости нет. Никакого человека призывать на то, чтобы он меня судил, я не буду и не могу. Отдавать себя в руки человека я тоже не хочу. Я отдам себя в руки Господа. Вот пусть Господь меня и судит. Друзья, вот это понимание суда, радость суда, она заключается в том, что человек говорит: пусть Бог судит. Это лучше, чем если будут судить другие люди. Друзья, эта же самая мысль повторяется и в Новом Завете, в послании к Коринфянам. Там говорится, что если мы будем судить сами себя, то мы не будем судиться от Господа. В смысле судиться от Господа, то есть наказываться со всем миром от Господа. То есть мысль такая, вот представьте себе, человек согрешил. Согрешил человек. И он, ну как бы боится вынести этот грех пред Господом. Он боится. Он думает, что как-то по-другому. Друзья, псалмопевец говорит: лучше я на суд Божий принесу свой грех. Пусть Бог судится со мной. Пусть Бог выносит свой приговор. Это в любом случае лучше, чем если все остальное будет. То есть, друзья, вот в этом отношении к Божьему суду мы видим потрясающее доверие человека к Богу. Он говорит: Господи, на Твой суд я уповаю. Если Ты возьмешься за суд, то я, конечно, ну, спокоен. Мне нравится все, если ты возьмешься за суд. Вторая мысль, вот параллельно этой мысли, да, параллелизм, мы же как бы псалты изучаем. Вторая мысль, друзья, что они вот очень уповали на праведный суд Божий. Ты судишь праведно. У тебя правда, у тебя истина, ты не допустишь ложь. Друзья, когда человек уповает на праведность, в чем он уверен, значит? В своей правоте, согласитесь, да? То человек уверен, что он прав, раз он уповает на праведность, на праведный суд. Это означает, друзья, что эти люди, авторы псалмов, они имели стремление праведно ходить пред Богом. Друзья, это что-то похожее на Иова, который говорит: я не виноват ни при чем пред Богом. Друзья, сам Иов, мы об этом говорили, он был грешником по своей натуре, как любой человек. Но он старался ходить пред Богом праведно, и поэтому он смело говорит: Господи, я ни в чем не виноват. Эти болезни не за то, что я согрешил. И вот Давид и все остальные псалмопевцы, они не боятся идти к Господу, потому что они сильно старались быть праведными пред Ним. Друзья, Богу обычно тот, ну, боится обращаться, который, ну, не старается жить праведно. Вот отношение к суду Божьему, оно показывает внутреннее состояние человека и его отношение к Богу. Если он жаждет судов Божьих, он и хочет судов Божьих, ну, значит, более-менее человек нормальный. Вот есть такие братья, говорят: давай Богу предадим это дело. И не страшно. То есть они не боятся этого, они готовы, пожалуйста, пусть Бог нас рассудит. Давай помолимся, чтобы Бог в это дело вмешался. И человек не переживает, потому что он жаждет судов. И даже если вдруг этот суд будет не совсем в его пользу, это все равно лучше, чем если бы это было что-либо другое. Итак, друзья, вот такая линия через все псалмы, идет линия отношения к Божьим судам. Друзья, таких линий очень много таких линий в псалмах. Я приведу еще один пример, это следующий. Это праведные и нечестивые. Пошли следующий слайд. Нечестивые и праведные. Друзья, ну, когда мы проповедовали с вами, разбирали некоторые псалмы, там первый псалом, там и некоторые другие псалмы, то вот эту мысль уже говорили, но я просто еще раз ее озвучу. Что такое человек праведный и что такое человек нечестивый?
Вот в предыдущем слайде мы говорили о суде. Суди праведно, потому что я праведен. Но кто праведен? Сам псалмопевец говорит, нет праведного ни одного. Это же псалмопевец говорит, да? И в то же время они говорят, что мы праведные, поэтому суди нас по правде своей. Вот как вот разрешить эту ситуацию? В чем здесь, как бы, как парадокс этот решить? Нет праведного ни одного, все ищут своего, все отступили от Бога, лишены славы Божией, и в то же время я праведен, суди меня по правде моей, я не боюсь твоего суда. Как решить эту проблему? Дело в том, что в псалмах очень глубоко открывается мысль, что праведный человек – это не тот человек, который никогда не ошибается, а все время делает правду. А нечестивый человек – это не тот, который, знаете, с кинжалом в зубах, с черной повязкой на глазу и с пистолетами там за пазухой. Это не тот человек. Вот в каждом псалме, где поднимается речь нечестивого и праведного, открывается своя сторона нечестивого и праведного. Ну, например, в одном из псалмов, когда Давид говорит о своем грехе, что вот я согрешил и молчал, помните, там написано, что когда я молчал, обрешали кости мои и так далее. Он говорит, зато помолится тебе праведный. А до этого он говорит, я открыл тебе вину мою, и ты снял с меня беззаконие мое, зато помолится тебе всякий праведный. То есть праведным здесь называется не человек, который не согрешил, а праведным в этом псалме называется человек, который открыл свой грех Богу. Он согрешил, но он открыл свой грех Богу, и поэтому он праведный. А нечестивым называется человек, не который страшные грехи делает, а который свой грех Богу не исповедует. Он нечестивый. Почему он нечестивый? Потому что Бог не прощает его. А почему Бог его не прощает? Потому что он не открывает свой грех. Не исповедуется. В первом псалме нечестивым человеком называется человек, там другая грань нечести открывается. Другой человек называется нечестивым. Там называется человек нечестивым, который закон Божий ставит ниже своих желаний. Вот если человек свои желания, свои мысли, свои стремления ставит выше, чем заповеди Божии, этот человек называется нечестивым. Даже если он внешне очень хороший. Друзья, вот через все псалмы проходит вот эта линия нечестия и праведности. И читая эти псалмы, мы можем увидеть, что праведным человеком является человек, который ценит Слово Божие выше самого себя, который имеет с Богом близкие отношения, который открывает ему свои грехи, который взывает помощи о нем. Вот этот человек праведный. Нечестивый человек может поступать так же, как праведный, ну, в каких-то моментах, но он закон Божий не уважает, Богу свои мысли не открывает, и поэтому он нечестивый. Друзья, читая псалмы, мы понимаем, почему Давид-то праведный, а Саул нечестивый. Хотя у Саула грехи были куда менее злостные, чем у Давида. Если сравнивать грехи Давида и Саула, смотрите, друзья, Саул намного меньше грешил, чем Давид. Ну, в смысле, по обилиям грехам. Ну, допустим, друзья, Саул, чем согрешил Саул? Ну, принес жертву Богу не вовремя. Вот грех Саула, принес жертву не вовремя. А Давид как согрешил? Безвинного человека подставил, его убили. И вместе с ним еще часть людей, понимаете, убили. Вот они, грехи. Какой грех больше? Ну, конечно, грех Давида больше, это уже очевидно. Но почему, друзья, Саул называется неправедным, а Давид праведным? Потому что Давид кается пред Богом, потому что Давид нуждается в Боге, потому что Давид, для Давида Слово Божие важнее всего, и так далее, и так далее. И он праведный. Вот эта линия нечестия праведного, она открывается в псалмах очень ярко. И она, ну, как бы такое является таким корнем или таким деревцем, которое вот в Новый Завет прорастает потом. Потому что вот эта мысль, она и в Новом Завете присутствует. Ну и последнее, что я хотел сказать, друзья, это Христос в книге Псалтирь. Следующий слайд. И будем заканчивать. Христос в книге Псалтирь. Друзья, в псалме очень много мессианских псалмов. Ну, например, такой исследователь, как Эбби. У нас книга есть Эбби, автора. Он выделяет 7 мессианских псалмов. Нюстрим, может быть, слышали, это известный словарь его, он выделяет 9 мессианских псалмов. А вот, например, Лопухин, Анатолий Павлович, по-моему, если не ошибаюсь, или Алексей Павлович, это очень известный такой православный богослов, автор толковой Библии Лопухина. Кстати, крайне рекомендую ее приобрести братьям. Очень интересная книга, содержащая массу, просто массу фактического материала по любой книге. И она, толковая Библия Лопухина состоит из многих таких томов. Она очень большая книга.
труд такой серьезный. Вот он довольно обоснованно выделяет 21 псалом, который является псалом пророческий о Христе. Вот. Ну, в общем, друзья, в псалмах очень ярко повествуется, обрисовывается личность грядущего Спасителя. Его, он прообразно показан в сценах Давида, 21 псалом, например. Давайте посмотрим на этот 21 псалом. Смотрите, какой, какие мессианские слова мы можем найти. Ну, мессианские, вы понимаете, да, слово? То есть, Мессия скоро придет, как бы они ожидают его. Вот посмотрите. Боже мой, до чего ты оставил меня? Кто эти слова сказал? Иисус Христос. Ну, друзья, эти слова записаны в 21-м псалме, написанном за много столетий до Иисуса Христа. Боже мой, до чего ты оставил меня? Друзья, и здесь 9 стих. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Вот. Ну и так далее, друзья, это весь псалом, можете прочитать 21 псалом, это мессианский псалом, это псалом пророческий об Иисусе Христе. Друзья, в 39 псалме, 7-8 стихе говорится о жертве, о назначении первого пришествия Иисуса Христа, который отменит Моисеев закон жертвоприношением своей жертвы и совершенным послушанием. Давайте прочитаем тоже, друзья, 39 псалом, 7 стих. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, как в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Друзья, о ком это речь идет? Жертвы и приношения ты не восхотел. О ком идет речь? Ну, о Христе, это конкретно сказано в Новом Завете. Ссылочка на этот псалом с конкретным указанием на Христа. Друзья, здесь прообразно в 21-м псалме показано, пронзили руки ноги мои, можно было перечесть все кости мои, а они смотрят на меня и делают из меня зрелище. Это псалом, друзья, задолго до Христа, но явно указание на Иисуса Христа. Друзья, камень, который отвергли строители, это очень часто цитируемое место, и Христос сам говорит, что это про Него сказано, но это где написано, друзья? Это 117-й псалом. Звучит уверенность в воскресении Мессии, 15 псалом, 10 стих, посмотрите. Тоже очень яркое такое свидетельство. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Потом в Деяния апостолов, уже апостолы ссылаются на этот псалом, говоря, что это о Христе сказано. Друзья, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, особо, еще можно такой 109-й псалом выделить. 109-й псалом, это такой мессианский псалом, очень яркий. Там сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих у подножия ног моих. Помните, Христос цитирует этот псалом в беседе с фарисеями и говорит, о ком Давид здесь говорит? О Христе написано. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господству и так далее, и так далее. Друзья, здесь клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Это послание к евреям, апостол Павел конкретно относит к кому? Ко Христу. Это 109-й псалом. Друзья, очень много псалмов в Ветхом Завете, очень много указаний на Христа в Ветхом Завете находится именно в книге Псалтирь. Поэтому, друзья, возвращаясь к началу, книга «Псалтирь» — это не просто красивое песнопение, это не просто выражение души человека, его каких-то, может быть, переживаний, излитых в стихах или в песнях, друзья. Книга «Псалтирь» — это, конечно, и богословие, очень серьезное пророческое богословие. Напомню, что Асав был прозорливцем, да, человеком пророческим. И поэтому, друзья, конечно, вот под эти критерии нужно подстраивать и наше с вами тоже песнопение, чтобы оно было и христоцентричным, и чтобы оно было и богоугодным, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, друзья, мы с вами посмотрели обзорно книгу «Псалтырь».